ассоциации с российской стороны, и Мяо Вэй, министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики с китайской стороны. 基里延科总经理和刘铁男局长草签的是中俄两国政府关于在中国合作建设田湾核电站三四号机组的议定书，曼图罗副部长和苗伟部长签署的是中国工信部与俄罗斯工贸部关于加强工业领域的谅解备忘录。 Соответственно, парафируют протокол между правительством Российской Федерации и правительством КНР о сотрудничестве в сооружении на территории Китайской Народной Республики энергоблоков номер 3 и 4 Тяньваньской атомной электростанции и подписывают меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности и информатизации КНР. 下面请垃圾科副署长邵奇伟局长、伊格纳坚科社长。 Радьков Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства по туризму с российской стороны. Шао Чи Вэй, руководитель государственного управления по делам туризма КНР с китайской стороны. А также Игнатенко Виталий Никитич, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия ИТАРТАС с российской стороны. И Ли Цунджунь, генеральный директор агентства Синьхуа КНР с китайской стороны. 他们签署的是中国国家旅游局和俄罗斯旅游署关于进一步扩大旅游合作的谅解备忘录和新华通讯社与俄通社、塔斯社新闻合作协议。Соответственно, подписывают меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и Государственным управлением по делам туризма Китайской Народной Республики о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере туризма и соглашение между Федеральным государственным унитарным предприятием ИТАРТАС и агентством Синьхуа КНР об информационном сотрудничестве. 下面请基里延科总经理陈秋发主任德米特里耶夫首席执行官楼继伟董事长入座。 Кириенко Сергей Владиленович, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом с российской стороны, Чен Чуфа, руководитель агентства по атомной энергии Китая с китайской стороны, а также Дмитриев Кирилл Александрович, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций с российской стороны, и Лоу Ди Вэй, председатель правления китайской инвестиционной компании с китайской стороны. 他们签署的是中国国家原子能机构与俄罗斯国家原子能集团公司合领域合作路线图和中国投资有限责任公司与俄罗斯直接投资基金关于中俄投资基金管理公司设立及其基本原则的备忘录。 Соответственно, подписывают дорожную карту отдельных направлений российско-китайского сотрудничества в области атомной энергетики, а также протокол между Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией о завершении создания управляющей компании Российско-китайского инвестиционного фонда и утверждении основных принципов ее деятельности. 下面请科瓦利丘克总裁、刘正雅总经理和维格谢利比尔格董事长。 Ковальчук Юрий, Борис Юрьевич, председатель правления Интеррао ЕС российской стороны, и Лю Джинья, генеральный директор государственной электросетевой корпорации Китая с китайской стороны, а также Виксельберг Виктор Феликсович, президент некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Российская Федерация с российской стороны, и Го Хун, генеральный директор административного комитета научного парка Джунгуанцхунь, с китайской стороны. 他们签署的是中国国家电网公司与我们高度评价今年以来中俄关系积极健康稳定发展的良好势头，重申继续将发展中俄关系作为本国外交主要优先方向之一，保持中俄关系发展连续性。 Китай – стратегический партнер Российской Федерации. Наши отношения во всех сферах строятся на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия и открытости. Нет сомнений, что мы к 2015 и к 2020 году выйдем на совершенно новые рубежи. Об этом уже господин председатель сказал. Будем диверсифицировать взаимную торговлю, наращивать встречные потоки инвестиций, запускать новые инфраструктурные и высокотехнологичные проекты,
развивать прямые контакты по линии регионов и бизнес-сообществ. Мы работаем здесь и по углеводородам, и по электроэнергетике, по атомной энергетике, по возобновляемым источникам энергии. Наши страны последовательно выступают за формирование справедливого миропорядка, объединение усилий всех государств в борьбе с современными угрозами. В их числе терроризм, экстремизм, распространение оружия массового поражения, масштабные экономические кризисы. Состоялся полезный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, о ситуации на Корейском полуострове вокруг иранской ядерной программы. Еще раз подчеркну, что наши позиции близки, созвучны. Главное, что мы вышли на высокий уровень координации в целях максимально эффективного содействия урегулированию международных кризисов и проблем.